Если ты любишь путешествовать так же, как и я, то этот гайд для тебя. Здесь мы расскажем о самых привлекательных местах на юге России. Это проект «Путь горца». Погнали! Карачаево-Черкесии мы выбрали самый молодой, но развитый курорт Архыз. В республике более 200 горных озер, и мы не смогли пройти мимо этого факта. Снарядившись рюкзаком и палаткой, мы отправились к Софийским озерам. Часов на машине, еще 5 часов пешком, с перепадом высоты 1000 метров и тахикардией, все ради того, чтобы перед нами открылся вот такой вид. Так как время шло к вечеру, мы разбили лагерь на берегу одного из озер. Так не должно быть на свете. Все вместе. Что-то были потеряны дети. Помыла жир холодной воды называется. Что так делают? Женщины, девушки. Поужинав, мы пытались поймать в кадр диких туров, но удалось нам это только на рассвете, когда они совсем близко подошли к лагерю. Вот мы и переночевали в этом прекраснейшем месте, но наступило время, к сожалению, выдвигаться, и впереди нас ждет еще несколько озер. Еще вы, наверное, спросите меня, Белла, что у тебя на лице? Я вам отвечу, это солнцезащитный крем. Поэтому, если вы идете в горы, самое обязательное в списке – это у вас должен быть защитный крем. Потому что солнце здесь вас не будет щадить. Даже в июле озера покрыты льдом, который сходит лишь на пару месяцев в году. Маршрут через Софийские озера разнообразен. Под ногами чувствуешь и снег, и камни, и свежую траву. Even though I don't regret it, I'm out of
конечно, Архыз – это современный горнолыжный курорт. Всем привет! Это проект «Путь горца». Пока Белла болеет, мы приехали в Архыз. Поэтому ведущий сегодня я. Белла, прости. Ну уж нет, Шама. Я все равно внесу свою лепту в этот эпизод. Итак, Архыз. Курорту менее 10 лет, а его уже посещают более 1 миллиона туристов в год. Архыз – самый крутой горнолыжный курорт Северного Кавказа. И поэтому мы приехали кататься именно сюда. Здесь большое количество трасс, как для новичков, так и для опытных фрирайдеров. И никто не будет мешать друг другу. Здесь 16 трасс, протяженностью 28 километров и 7 подъемников. Для любителей вечернего катания на трассах установлено освещение. Сезон на Архызе длится с декабря по апрель. На курорте есть различные активности для детей и взрослых. Также огромное разнообразие мест для проживания. В Архызе очень много мест размещения. Мы же выбрали вот такие треугольные домики. Вместимость 4 человека, цена варьируется от сезона. Мы отдали предпочтение этим домикам, потому что они находятся в очень красивом месте. Напротив нас лес, река, природа. В общем, Архыз – один из лучших горнолыжных курортов России. I'll see you in another life.